Всем привет, ребят. Ну что, тестим очередной талантик на новом герое. Сегодня это у нас будет интересный талант Бастион. Он более-менее универсальный, один из старых талантов. Но опять же, появился у нас новый талант, который дает атаку деф. Также есть священный огонь, который дает ХП и деф. Этот талант дает ХП и атаку. То есть разные вариации. Сейчас мы потестируем именно с бастионом героя. Вот так вот. С каменкой вы обзорчик видели. Ставим ей бастиончик. Раз, два. А на три у нас не хватает рун. Вот так вот. Вот так. Плюс бастион. Ну что, вот такая у нас сборочка. Рудольф, конечно, тут особой роли никакой не играет. Можно было и даже ангела поставить. Давайте даже с ангелом потестируем. Хоть какой-то деф будет, хотя Рудольф... Тут 40% еще дефа будет. Вот такая вот сборка. 10-10, 8-8 бастион. 60% к жизни и плюс 60% к атаке. Атаку я не знаю, не особо хотел ее увеличивать. Ну, чисто ради теста сделаем такую сборку. Жизни у нее будет где-то в районе 400 тысяч. Утекание рунами, необузданная ярость на скорость атаки. Плюс 20% шанс застанить на 2 секунды. Кулдаун 8 секунд. Созвездия у нас вот такие вот. Крит, точность и... крит сопротивления. Вот такая вот сборка. Ну что, поехали, начнем с рейда. Посмотрим, что она сможет здесь. Так, у нас тут повелитель бури. Ну и отлично. Смотрим. Все, сразу ее. Сразу ее там минуснули. Там Фрейя включилась. Как видите, против каменки очень-очень уступает. Быстро она сливается, и тут вы ничего не сделаете, к сожалению. Так, ну давайте такой вариант попробуем. Ну, видно, как она проседает. И очень круто проседает. Так, теперь включаем. Ну все, сразу ее заминусовали. Без вариантов. Не хватает. Не знаю, что-то с бастион, вроде казалось бы, и жизни больше будет. Но все-таки нет. А ну-ка так. Ну, Фрейя опять ушатала всех. Просто без вариантов против Фрейи нет. Нет приема, если она будет включаться и бить издали. Только если будет вблизи. Так, ну давайте попробуем. Вот у нас бик есть рядом. Чем мне нравится китайка, то что герои у многих стоят. Можно хоть понападать, потестировать, посмотреть. Так, ну 90 тысяч пролетает. Замороженная. Ну, 100 тысяч. Просто бига разобрала один на один. Думаю, на многих героев один на один поразбирает. Так, хранитель. Ну, смотрите, какой урон. Все, базы просто нет. Там череп у нас пытался убить. До свидания, череп. А, это не череп. Это Анубис был. До свидания, Анубис. До черепа мы сейчас доберемся. Так. Ну, смотрите, что с черепом случилось. По 140 тысяч плюшки поприлетали. Вот сейчас он включился даже, но толку от этого никакого. Ну, проседает. Ну, есть. Зачистила всю базу соло. Так, хранитель. Афина тут без воодушевления. Давайте попробуем через хранителя, интересно посмотреть. Пусть его зарядят. Вот сразу смотрите, как минус пошел. Все. Такой вариант против отражалки — это бред полный, потому что убьется даже не об хранителя, а об кого-то другого. То есть тут просто огненная защита и все. Смотрим против стрелка. Вот смотрите, вроде казалось бы дефа поболее будет. Стрелок просто раздал. Странно. Как-то очень странно. Так, вот интересная расстановочка. Отлично.
Так, смотрим. Против Ары. А, и не успел. Чуть-чуть я не успел. Ну, выносит, конечно, люто. Видно заметно разницу в уроне, но вот дефа не хватает. И причем прилично не хватает. Так, а ну-ка мы, по-моему, на этого нападали уже. Вот, отлично. Смотрим против. Все, ушатал. Опять же, странно очень. Как так? Как же так, товарищ начальник? Так, ну давайте тут посмотрим. Сразу толпа набросилась. Вот когда они не стоят в линии, все, она их не может всех. А так, когда в линию стоят, она у них энергию прилично отнимает. Вот, 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 вот оно. Вот такой вариант. Почему бы и нет? Так, Анубиса, давай шатай. Шатай остальных. Но тут ворожай нам подсобил. Он замедлил. Ну, даже такая сборка, она вроде, казалось бы, тащит. Ну, все-таки каменка будет, наверное, по универсальной. В плане выживаемости героя, ну, не знаю, эти к 60% никакой роли не играют. Так, тут у нас Афина с воодушевлением. Ну, давай так попробуем. Все, Фрейю зарядили. Смотрите, как повелителя бури утащило просто. Круто. Вот это вот. Чем мне этот герой нравится, он какой-то нестандартный. Так, а ну-ка, тут, конечно, толпа. Была, не была. Ворожай. Все, до свидания. Сразу же, моментально. Просто без вариантов. Пару секунд, и ее нет. А на 60% больше жизни. Странно. Так, опять тот же самый. Ну, давайте попробуем ради интереса. Уже просто на огнекрыло напасть сразу. Да ладно. Офигеть. Жестко. Жестко это было все. Минус огнекрыл. Прикольненько. Ну, ее тоже точно так же минуснули. Но все равно смотрелось очень круто. Ну, давайте попробуем тут. Может, она еще и не крыла сейчас будет шатать всех. Была, не была. Не, ну тут без вариантов. Но это было круто. О, вот оно то, что нам надо. Ну-ка попробуем. Давай, бабка, покажи класс. Кто? Некрос 11 или бабка? Так, ворожай включился. Не, походу тут. Без вариантов, ребят. Как видите, нападали мы на Некроса. Все-таки каменка получше будет смотреться, чем атака. Как ни странно. Хотя не странно. Примеров уже полно. Урона, конечно, в такой сборке дофига. Ну, в последнее время я не сторонник этого всего. Вот так вот, конечно, прикольненько издали выносить всех нафиг. Не подходя к ним. Жестко, жестко, жестко это, конечно, смотрится. Что она делает соло с героями. Просто жесть. Вот это так героя нам добавили. Так, ну тут без вариантов. Тут не то. Так, на этого мы тоже, кстати, нападали. Отлично. Сейчас мы на нем и потестируем. Смотрите, как она наполовину сразу просела. Вот сразу заметна разницу с каменкой. Она просто ушаталась. Все. А с каменкой, кто смотрел обзорчик на этом персонаже,
нормально стояла, кстати. Разницу вот как раз словили. Так. Ну и классно заборы ломать. Чего-чего, этого не отнимешь. Просто изи. Давай. Анубис, иди. А, и затащили сюда еще. Всех, короче, затащили. Ну, урона много, но толку от этого никакого. Поехали на арену потестим. Давайте не на арену, давайте на подземочке. Посмотрим на домах. Ну, дамага, конечно, тут поприличней будет, однозначно, но не знаю по поводу, как она будет держать урон сейчас. Ну, урон она будет, в принципе, за счет скилла держать, но проседает, все равно по чуть-чуть проседает, но держится. Ну, с ворожаем тут однозначно затащит. Так, с ворожаем чё? Ну, неплохой такой урон, учитывая 10-й не атакующий талант. Точнее, атакующий талант, но чары не атакующие. За счет, конечно, ее дальности это просто жесть. Вот она стоит по центру, она до края достает. То есть полкарты она оцепляет. Вот так вот. Давайте еще и соло затестим. Ну просто жесть. Чего она делает с подземками? Ну конечно, атакующий талант для подземок будет самый, наверное, топовый. Потому что именно для этого она и создана. Посмотрите. Просто вау. Просто все места там бегают, и она их раздает. Ей пофиг. Жесть. Вот это кайф. Самое интересное, что это не Анубис, который там убьет героев, но не успеет все здания добить. Она успеет и героев добить, и здания посносить. Кстати, сейчас ее могут свободно слить. Вот если был бы кубок, она бы себя отхилила. А так, как видите, печально все у нас уже. Да. Круто. Очень-очень крутой герой, еще раз повторюсь. Сучка сдохла. Только-только похвалил ее, она уже сдохла. Так, ну что, побежали на арену. Посмотрим, там у меня карта еще есть. Поехали. Что тут у нас без вариантов? Походу, да, тут нас сейчас просто на изи сорьют. Так, а ну-ка попробуем против Фрей через низ зайти. Вот она ударила, не дала зарядиться. Вот смотрите, она Фрей просто не дала зарядиться. Толком. Хрена себе, почти слила. Офигеть. Круто. Ну-ка, love myself. Может, ты хотя бы по центру где-то стоишь. Блин, тут Анубис только по центру. Ого, она еще и по сторонам нормально раздает. Если, конечно, так получится. Так, ну тут тоже не вариант. Сейчас поищем кого-то, чтобы по центру был. Давайте вот этого. Ну вот, отлично. 11 скиллы. Вот смотрите, как она проседает. Дамаг вроде неплохой дамаг, сейчас еще раз попробуем, но опять же, как видите, проседает очень жестко. Каменка была все-таки получше.
В общем, бабка Зинка еще та. Да, не то, заметно сразу, не то. Давайте еще Дионисика захватим. Дионис. Смотрим. Бигфут заморозил, Фрея включилась. А вот теперь вам обраточка. Не, не то. Вот так вот. Вот так вот. Ну, не знаю, в принципе, еще где-то вам тестить ее показывать. Давайте попробуем еще в лабиринте. Она у меня тут уже стоит. Фарманем. Посмотрим. Ладно, потрачу, чтобы не тратить ходы. Ну-ка, такой вариант. Это реальные живые игроки, как видите. Ну, тут более-менее. Сейчас хранитель, если включится, то все. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что она сильно там топовая. Ладно, потратим карты. Такой сборки. Ну, с каменкой все-таки мне больше нравится. Ну, круто она раздает их, но... Но не то. Очень быстро она проседает. Это бот. Вот, по-моему, живой игрок. Ну, тут, конечно, ее сейчас просто ушатают. Воу, куда-то разогналась так. В общем, так вот, ребят, не знаю. Однозначно атакующий талант нет. Точно так же, как и Повелителю Бури не канает. Да, она круто сносит, но это не то, чего вы будете искать. Вы будете искать универсальности от героя. А универсальность это будет деф плюс жизнь на сегодня. Оно так и есть. Герой и так дамага очень много наносит, а нужен ему все-таки деф. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.